Ага. Ой, львенок ты мой. Ой, красавчик. Архан, правнук Ахтабана. Ахтабан у нас настоящий аборигенный волкодав. Алматинской области. Мать Зена, дочка Карауза, аборигена с Южно-Казахстанской области. И Бикеш. Бикеш у нас идет Басар. И отец Басар, мать Айсара. Айсара дочка Нюхи, Нюха дочка старого нашего аборигена Куттубета. Так что в нем крови собрались, ой-ой-ой. Он у меня жил на хозяйстве, но так как там собак развелось, я его подарил дядьке, но у него не получилось забрать хызыларду. И решил я себе опять поставить, так как этой крови практически нет. Будем планировать вязки им. Он все-таки несет ценный генотип, фенотип. Потому что Ахтабан это был один из тех последних аборигенных волкодавов, который подходит по параметрам настоящего казахского волкодава. И вот было решение повязать Ахтабана внуком Зену. Зену вы прекрасно знаете. Она мать Сардара, нашего звезда Ютуба. И вот оттуда вот такой кобель вышел. Там и девочки есть, но по разным причинам ребята плохо работают, плохо показывают результаты. Будем планировать вязки сейчас опять возрождать ту старую кровь, так как он поверху идет. Я лично сам, которую знаю, видел настоящего волкодава. Также прилили снизу карауза. Вы сами его тоже в Ютубе видели. То, что очень достойный пес. Очень достойный. И дай бог в дальнейшем будут улучшаться, улучшаться, улучшаться методом отщепления, методом подборов хороших пар, сук. У кого есть желание заняться, у кого есть более-менее стереотипные собаки, суки, можете писать на покрытие нашими кобелями. Можно на выбор любым кобелем крыть, который на хозяйстве, у меня не на хозяйстве. Если хорошая, достойная собака, кобеля мы... Я привезу домой кобеля любого и будем под него планировать. Так что подключайтесь. Пока еще есть такие интересные экземпляры, из-под которых можно что-то получить. Хотя бы приблизиться на 50-70% к тем стереотипным собакам. Их все меньше и меньше. А если у нас будет больше таких любителей, я думаю, что-то можно получить. Не проходите мимо, если вы занимаетесь собаками. Вспомните рассказы своих дедов, отцов. Может, кто-то видел, вспомнит. Если у кого-то есть фотографии, можете скидывать старые фотографии, у кого сохранились. Может, где-то видели собаку, снимите на видео, тоже отправьте. Это тоже помощь для возрождения наших казахских волкодавов. Все. Еще раз доброе утро. Решил сегодня пораньше встать, пробежаться. Пробежались с ним около 4 километров. Все, до скорой встречи. Архан. Его кличка Архан.
Отец Бойко, внук Ахтабана, мать Зена. Вот такой у нас молодой перспективный кобелек.